звездочек тучья. Нет ярких звезд на небе, светит зарево огня. Оглушительно родная, канет в бездну тишина. Пробудясь прохладой утра, слышу пение петухов, скрип несмазанной калитки, голых пьяных мужиков. Это все моя деревня, это родина моя. Я мечтаю, что домой вернувшись, посажу для матери цветы. Только из растений многолетних разобью я сад ее мечты. Дерево маньчжурского ореха и жасмин с гортензией куплю. Рядом со скамейкой фонтанчик, фонари везде установлю. Так хочу тогда увидеть счастье полные глаза, об воде своих цветов богиня, чтоб забыла все свои года. Обещаю, не сбегу к подругам, вечерам мы вместе проведем. Чай заварим с мятой душицей, угощу домашним пирогом. С грустью вспомним прошлые годы, будем мы о будущем мечтать. И листая записную книгу, новые стихи тебе читать. Я мечтаю, что домой вернувшись, тебя снова нежно обниму. В теплой тишине родного дома просто с тобой рядом посижу. Спасибо. Нашего музыканта Талгата Хасенова. Да, сейчас мы с ним прочитаем еще стихотворение Альфии Хатун Агиевой. Пожалуйста. Отай бесен сопкан Тәрән үҙәк аша, хәҙер инде юлдар һалынған. Күпме йорттың йәнһеҙ тәҙрәһенә, артҡыс-торҡыс таҡта ҡағылған. Шаулап көнбағыштар үҫкән ерҙә, яландарҙы баҫҡан ҡый үлән. Тәндән үткән ҡамсы эҙҙәрендәй, яраларға туғай теленгән. Әрнеү һыҙланыуҙан ғәзиз туфраҡ, күпме йылдар түгел ҡара йәш. Ниҙәр көтә һине, ерем халҡым, кемдәр белер икән ом кәңәш. Спасибо. Талгат Хасенов. Музыкант, профессионал. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию еще одну песню прекрасную на слова и музыку Альфии Агеевой. Называется «Койтып килдем туған яғыма». Исполняет наша замечательная певица Рената Бадамшина. Сейчас я в этой песне предлагаю всем на время отвлечься и представить, что мы вернулись в свои родные края, увидели близких. Пожалуйста.
Бадамшина. Мы еще не тебе слышали, кстати, на нашем сегодня параде. Ну и, конечно, когда мы представляем нашу Родину, как же без мелодии, без прекрасной мелодии Курая? Я хочу сюда пригласить кураиста нашего, Руслана Бектимирова. Он репетировал немножко, задержался. Очень талантливый человек, прекрасная, замечательная женщина. Конечно, речь идет о заслуженном работнике Башкирской ССР, певице Шамси Ханым Нагаевой. Пожалуйста, женщина.